Доброго времени суток! С вами Светлана, и я сегодня буду готовить картофельную бабку. И готовить я ее буду при помощи мультиварки. Для начала необходимо было почистить картофель и натереть на мелкой терке. Также необходимо было почистить две луковицы. У меня вот такого вот размера две луковицы. И также натереть на мелкой терке. А вот уже здесь натертая картошка и лук. Также я заранее нарезала мелко-мелко кусочки сала, обжарила их на сухой сковороде. После того, как они пустили жир, добавила одну луковицу мелко нарезанную и ее тоже обжарила вместе с салом. Этот ингредиент не обязательный. Если вы не хотите, чтобы в вашем картофельной бабке попадались кусочки сала, просто не обжаривайте и не добавляйте. Я буду использовать шкварки, так называемые кусочки жареного сала. Здесь у меня, повторяюсь, картофель, натертый на терке вместе с луком. Здесь обжаренное сало вместе с луком. Все это я смешиваю. Также мне понадобится 2 куриных яйца. Солим. И добавляем черный молотый перец. И все хорошенечко перемешиваем. Перемешивать можно ложкой, можно и вручную. После того, как все перемешали, берем чашу мультиварки и все это перекладываем. Чашу я ничем не смазывала. Если вы не будете использовать в приготовлении бабки сало, то можно при желании смазать сливочным маслом. Теперь устанавливаем режим выпечка, время приготовления 1:20. Старт. Когда истечет 1:20, выключаем с розетки мультиварку, крышку не открываем и даем нашей бабке еще постоять 10 минут под закрытой крышкой. Вот такая вот бабка получается. Она провела 1,5 часа, 1:20 в режиме выпечка, 10 минут под закрытой крышкой. Я открыла крышку показать вам, что у нас получается в итоге. Теперь накрываем обратно крышкой, закрываем, вернее, крышку мультиварки и оставляем бабку еще в течение 1–1,5 часа под закрытой крышкой. Прошел еще 1 час. Вот такая вот бабка у нас получилась. И теперь я беру лопатку и вытаскиваю порционный кусочек бабки. Вот такая вот красота получилась. И обязательно получится у вас. Подавайте бабку со сметаной, с овощами. Приятного вам аппетита и до скорых встреч. Надеюсь, рецепт был полезен и интересен. Если да, то ставьте пальчики вверх, пишите комментарии и до скорых встреч. Пока-пока!